И сегодня мое шестое по счету выступление на эти замечательные выставки. И оно же заключительное. Вечером я уже буду играть в ресторане таким же составом. Я именно здесь представляю вот этот вот замечательный инструмент майонез, мое последнее приобретение. Вот, он у меня всего лишь несколько месяцев, я еще с ним знакомлюсь. Вот, инструмент очень интересный, очень специфическое звучание. Выполнен со всеми моими, так сказать, пожеланиями, со всеми дополнительными опциями, которые я хотел. Это польский инструмент. Сделан именно в Польше, не в Китае, не в Корее, как сейчас модно. Надеюсь, их это веяние моды не посетит. Вот, и... Ну, дабы не быть голословным, я вам просто поиграю. Если будут какие-то вопросы, я после каждой песни буду останавливаться, если будут возникать вопросы на любые темы. Вот. Насчет гитары, насчет оборудования, насчет там, почему я ушел из арии. Что-то забыли этот вопрос. Ну, в общем, сами сфантазируйте. Да вот будет время, пообщаемся. Микрофончик здесь у меня. Спасибо. И первое произведение будет называться, скорее всего, «Ветер странствий».
Да, если есть какие-то вопросы, немножко пообщаемся. Да, давайте микрофон. Сергей, два вопроса к вам есть. Первый, как лично вы боретесь с шумом, то есть пользуетесь ли вы какими-то шумодавами, экранируете свои инструменты? Второй, сразу говорю, не про арию, не спокойно. Как я понимаю, сейчас вы являетесь торсером, верно? С шумом борюсь, закрываю окна в машине. С шумом соседей бороться бесполезно. Я не знаю, сейчас вот, пока Маврин играет, я еще не терплю. Я понял вопрос про шум в обороне. Noise gate, noise suppressor существует. Он вмонтирован в процессор. Да, да. Он встроен в процессор. Без него, конечно, было бы печально, потому что ну, современные отстройки звука, они предполагают высокий гейт. Вот. И никакая экранировка там, гитара там все равно от шумов, от наводок, но помогает относительно, да. И вот эти вот noise suppressor, они очень здорово помогают. В принципе, я их использую там с 90-го года. И ничего за это время не изменилось. Спасибо за вопрос. Еще поиграем, потом, если будут еще вопросы, я отвечу. А следующая композиция будет называться, наверное, «Фортуна».
Спасибо. Если есть вопросы, поговорим. Если нет, будем дальше играть. Еще раз вот вопрос задам. Вот я вижу у вас фейзер, если не ошибаюсь, в данном случае, да? Верно? А рядом с ним клопушка, косточка. А еще вы, если я правильно понимаю, пользуетесь клопушкой на вашем процессоре, верно? Можете вот объяснить, зачем это? Это я понимаю, что это Dynamic Wow, но тем не менее, вот принципиально различие. Ну, не разные эффекты, хотя родственные, да, это квакушка, которая управляет ногой, то есть больше возможностей. Это автовау. Вот. Я экспериментирую, просто в принципе можно использовать один этот процессор, ничего больше к нему не подключать. В чем смысл? Ну, просто нравится мне фейзер всяческого рода автовау. Но и в то же время есть возможность использовать обычный ножной. Вот, ну, все, следующая композиция будет называться, скорее всего, «Иллюзия».